Всем привет! Сегодня буду готовить паштет из фасоли. Фасоль предварительно замочить на 8-10 часов, залить водой и варить в течение часа до мягкости. Оставить около половины стакана отвара и откинуть фасоль на дуршлаг, остудить. Лук мелко нарезать. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Фасоль переложить в миску, влить отвар и пюрировать. Добавить жареный лук вместе с маслом и измельченный чеснок. Посолить и поперчить по вкусу, хорошенько перемешать. Очень вкусный, нежный и сытный паштет. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!